Это вам не Воронеж. Вы на Украине, прыщавые сыкуны. Скорее всего, эти прекрасные земли — последнее, что вы увидите в своей короткой жизни. Если ад существует, вы сможете отдохнуть там после того, что вас ждет тут. Там, за этим забором, каждый солдат, охотник, фермер, цыган и даже бомж хочет убить вас и выпить ваши глаза. Эта земля населена неубиваемым народом, украинцами. Они используют любые средства убийства, от банок с огурцами до смертельных посылов нахуй, от которых у вас лопнет голова. Их тела усилены уникальным гормоном — свободамин. Их боевой дух и тело невозможно сломить. Как генерала, ответственного за вас, мой долг — сохранить ваши жалкие жизни. Но мне на вас похуй, поэтому вам точно пизда. Если хотите выжить, рекомендую вам бросать оружие и сразу бежать сдаваться в плен. Блядь, лучше б я сдох в Чечне.